Ну, мы всегда ездили отдыхать с родителями. Мне здесь понравилось. И когда подросла немного, приехала сама отдыхать. И одно с другим, ну, так получилось, что осталась здесь. Нашла работу, потом замуж вышла. Терхова знаменита Юраем Яношиком. Это такой Робин Гуд своим способом, который забирал у богатых и давал бедным. Есть на эту тему снято несколько фильмов. И также, кроме Яношика, Терхова знаменита культурой, музыкой. Раз в году бывает, проводят здесь, в Терховой, фольклорный фестиваль «Янушковы дни», где помимо групп таких народных и ансамблей выступлений найдете разные ремесла и изготавливают такие старинные народные вещи, продукцию всякую продают. Это можно посмотреть, как это производят, как это готовят собственными руками и делают. Кроме этого, блюда всякие словацкие в народной кухне тоже можно попробовать, можно посмотреть, как приготавливается. Кроме этого, есть такой фестиваль, как Country Fest Розмарин, который тоже организуется летом здесь, в Терховой.